Да, действительно. Каждый аромат мы будем на себя примерять. 43092 номер лота для резерва. Полный комплект духов «Быть может» за 1290 рублей. 6 флакончиков духов. Да. Действительно, сегодня уникальное предложение на нашем телеканале, и нашим байерам удалось получить это спецпредложение от компании «Миракулем». Вся линейка ароматов, быть может, сегодня собрана в этом наборе. Все ароматы, которые только бывают в природе, здесь собраны. Самый первый аромат, который был создан в 1968 году, присутствует. И самый последний, который был создан в 2014 году, тоже здесь присутствует. Невероятно! Да, действительно, мы, конечно, поговорим о каждом аромате в отдельности, но у нас неспроста написано, что это настоящий хит. Действительно, это предложение пользуется вашей особой любовью и популярностью. Вы всегда приобретаете его. Но ведь правда, мы приобретаем сразу 6 духов, да. 6 флакончиков настоящих духов по одной цене. Всего лишь 1290 рублей. При этом ваш дисконт составляет 2690 рублей. Вы можете приобрести себе, вы можете приобрести в подарок и сделать счастливыми сразу 6 женщин. Да, мы можем приобрести себе, можем приобрести в подарок, можем, кстати, смешивать эти ароматы на себе, потому что ароматы не противоречат друг другу, потому что в основе каждого аромата лежит та самая уникальная, да, парфюмерная композиция, быть может, легендарная, которую мы все помним. И здесь она вот здесь вот самостоятельная. Это тот самый, быть может, который помнят наши мамы, наши бабушки. Помним мы. Первый аромат, быть может, сегодня называется «Быть может, Париж». «Быть может, Париж», конечно, да. Мы можем окунуться в эту атмосферу. Нам не нужен для этого загранпаспорт, нам не нужно теперь перелетать. Мы можем нанести аромат и почувствовать. Путешествуйте вместе с нами, путешествуйте вместе с ароматами. Дорогие друзья, я напоминаю, что великолепный аромат, который был создан в 1968 году, он популярен и по сей день. Секрет успеха этого аромата мы пытаемся познать, но познать его невозможно. Он невероятно популярен. Это вечная классика, он никогда не выйдет из ноты. Верхняя нота, которую мы сразу же слышим, открывая вот флакон этих духов, она моментально просто-напросто нас манит. Это персик и бергамот, это фруктово-ягодная композиция. Нота сердца — это жасмин и пачули. Жасмин — это афродизиака. Вот пачули — это аромат успеха. Может быть, поэтому аромат настолько успешен среди женщин. Мужчинам он невероятно нравится. А нижняя нота — амбра. Амбру добавляют только в селективные духи. И вот именно амбра делает наш аромат невероятно стойким. Я хочу сказать, что речь идет о духах. Это настоящие духи. Вот наши духи Париж. Быть может, Париж. Этот флакончик, Оксан, остался неизменным с того времени. Неизменным с того времени. 9 миллилитров. Мы будем его носить с собой. Этот флакончик поместится даже в маленьком женском клатче. Мы сейчас спросим мнение мужчины. Марат, как тебе именно этот аромат? Быть может, Париж. Ну, ты знаешь, слушая эту историю и вспоминая свое детство, я опять же обращу свое внимание на мою маму, потому что в свое время это была действительно настоящая экзотика, и достать такие духи было фактически невозможно. И сейчас, прикасаясь к этому нежнейшему аромату, я вспоминаю это и детство, и вспоминаю действительно, что это воплощение настоящей парижской классики. Кстати, правильно наносить, насколько я помню, тоже маленькими капельками, да, на пульсирующие зоны. Моя мама всегда так делала. Во-первых, это позволяет по-настоящему раскрывать этот запах. Ну и опять же хочу напомнить, что именно в данной коллекции именно основная нота Парижа является, является вот первым тоном, да, который задает вот, всю музыку нашей симфонии, наших городов. Потрясающе. Абсолютно лот. Потрясающий аромат. Мне кажется, что именно Париж, с него и нужно начинать это путешествие. Ведь это вот такие первые ворота, которые мы открываем, первые двери в мир самого классического в мире аромата. Да, с удовольствием мы носим этот аромат. С удовольствием ощущаем мелодию этого аромата. С удовольствием примеряем этот любимый аромат. Ведь очень-очень многие женщины, которые родились в Советском Союзе, помнят этот аромат. А с ними связано очень много воспоминаний. Да.
Да. Аромат действительно волнующий, очень романтичный. Это классический аромат, он никогда не выйдет из моды. Этот аромат мы будем носить с собой в клатче, элегантно доставая. И где-то добавляя себе по одной капле, абсолютно точно Марат сказал, мы наносим на пульсирующие участки, потому что именно там от воздействия температуры нашего тела, в зависимости от нашей активности, аромат по-разному раскрывается. Флакончик не изменился, запах остался тот же, он невероятно стойкий. И где-то, если где-то я в интернете, когда мы проводили маркетинговое исследование, mm-hmm. перед тем, как этот аромат должен быть появиться на нашем телеканале, я читала очень много отзывов от телезрителей, от тех людей, которые приобретают да, в интернете. Они говорят, что аромат не тот, он менее стойкий, дорогие друзья. Аромат. Вы просто покупаете не там, вы покупаете не у проверенных поставщиков. А наш телеканал Дисконт ТВ – это гарантия качества нашей продукции. Да, действительно, это так. Оксана, ты сейчас затронула очень важную тему, когда мы приобретаем на просторах интернета. Эти духи есть во всемирной сети интернет, в различных магазинах. И наши женщины приобретают, а потом разочаровываются. Говорят, нет, запах совершенно не тот, он не похож. Мы даем вам гарантию подлинности. Вы покупаете именно тот аромат, который вы помните и который вы любите. Ну и, конечно, гарантию самой выгодной цены. Ведь мы работаем напрямую с производителем. 1290 рублей у нас полный комплект. 6 ароматов. И вот мы сейчас перенеслись в другие магазины. Мы видим духи «Быть может». Так, Оксан, что я вижу? Один флакончик духов стоит 1070 рублей. Да. 1080 так и стоит. Я тебе хочу сказать, что даже себе. Больше один флакончик духов, ну, будет стоить, я не знаю, ну, где-то евро 30, наверное. Да, сегодня действительно уникальное предложение на нашем телекомпании, на нашем телеканале, компании «Миракулем» сделала подарок для наших российских женщин, собрала всю линейку ароматов «Быть может». И на все ароматы, на 6 ароматов презентует в преддверии майских праздников вот так вот замечательную цену 1290 рублей. За полный комплект духов, это ваш полный ароматный гардероб, ведь мы духи носим, мы их на себя примеряем. Давайте примерим сразу полную коллекцию. Как приятно, когда у нас появляется 6 ароматов. 6, не один мы приобретаем. Но это же просто счастье для каждой женщины. Мечты сбываются. 1290 рублей. Оплата только после получения. Мы, конечно, настоятельно рекомендуем прямо сейчас зарезервировать. Нужно взять в руки бесплатный телефон, набрать бесплатный наш номер. Ожидание и звонок бесплатный. Если вы сейчас нас видите, значит, в вашем городе работает доставка. Называйте номер лота 43092. Мы сейчас уже перенеслись в Париж, потому что благодаря ароматам мы можем оказаться в любой точке земли, земного шара, куда мы сейчас перенесемся. У нас 6 столиц. Дорогие друзья, какой бы вы ни открыли флакон, с помощью него вы можете перенестись в любой странице мира. Это и Лондон, это и Нью-Йорк, это и гармоничный Токио. Конечно же, это и солнечный Рим. Ароматы настолько разные, но в каждом сохранена та самая формула. Первая формула, которую все мы помним. Тот самый аромат здесь имеется. Вот он. Это тот самый аромат легендарный. Сегодня он называется «Быть может Париж». Далее ароматы уже более современные. Самый последний аромат, который был создан в 2014 году, это «Лето в Париже». Легкий, светлый, воздушный аромат невероятной свежести. Наносите их по своему настроению. Утром один аромат, вечером другой. Вы получаете полный комплект ароматов 43092, номер этого лота 1290 рублей.